Здравствуйте, друзья. У нас тут старый Новый год встречается. И вот вы видите, как люди открывают бутылочки. Видите, на батареечку-то. Нет? Это есть такие же, но с батареечкой. Вот. Когда просто кнопку жмешь. Так, так, так. Боря вытащил батареечку. Нет, попробуй. Так. Сейчас вторая берется. Да. Да, еще раз. Раз, вот так нажал. И отжал. То есть это с усилием. А женщины могут вот это сделать? Запросто. Могут. Ну для каких женщин? Нечего, ну просто это неприлично. Так. Мы считаем, что это неприлично. Что так. Пусть мужчина открывает. Миша. Вы видите, друзья, что Новый год и на улице присутствует. Вот в частности, я вам скажу, что только зимой, друзья, только зимой лимоны так хорошо выглядят. А это, друзья, я хочу сказать, что напоминает мне сюжет из вот этих вот «Юность обличает империализм». На том же самом дереве, на котором вот эти лимоны, висят грозди вот этого, я не знаю, на что это похоже, кроме как вот гениталий каких-то серьезных животных. Доисторических, что сейчас с такими никто не ходит. И вот вы видите елочку. Елочка, как в лучших домах, друзья. Та наша советская елочка. Правда, Ал? Советская, именно советская. Скажи, Аллочка, игрушки у вас откуда вот эти? Игрушки немецкие. А, то есть в Америке купленные? В Америке купленные, но это Джерман. Например, 11 часов вечера. А, 4 яйца Фаберже. Да ты что, вот это? Все бойлены, да. Вот это вот? Да. Фаберже. Да. Окей. Теща не смогла достать билет на поезд. Ну это ли не чудо? Мы стараемся покупать немецкие игрушки. Ну, на самом деле, вот те игрушки, которые были в нашем детстве, да. Они как раз и есть немецкие. Это да. Они есть, да. Можешь сказать, мы стараемся покупать. Мы все уже откупили давно. Так. И все, что мы покупали, это немецкие. А тут у нас, друзья, ностальгический уголок. Вот когда наступает ностальгия, хозяева смотрят вот сюда. Есть такой анекдот, как в Израиле один, значит, еврей приходит к другому и видит у того портрет Сталина. И говорит, а что у тебя Сталин-то, зачем? Он говорит, ты знаешь, когда у меня ностальгия, так я на него смотрю. Вот. А здесь хозяева не смотрят на Сталина, а смотрят на красивую такую посуду, которой очень хотелось купить в СССР, но не было ни у кого. У нас со Светой точно не было. Тут у нас еще есть новогодние такие хохмочки. Смотрите, очень красиво. Да, светится. Под этим светящимся мы видим не светящееся, но тоже очень, я бы сказал, сказочное такое, красивое. И вот этот шарик, смотрите, думаете, чего нам по объективу-то, чем это нам шарашит? А это вот этот вот шарик. Ну, когда стемнеет, будет еще круче. Да, шарик создает блики. Вот мы на него с другой перспективы смотрим, чтобы он нам не засвечивал в глаза. Вот он шарик. Ну, вы видите, да? По карпету вот блики ходят. И так вот по потолку тоже. Вот, смотрите. Вот такой шарик. Друзья, скрытая камера показывает, как хозяин вынимает из пластиковых мешочков то, что он сам заготовил на зиму. Американцы, вы знаете, не надеясь на торговую сеть, заготавливают. Особенно вот те, кто имеет опыт жизни в Советском Союзе, многие знают, как заготовить калорийно и вкусно. А вот тут уже есть машинка, на которой будет нарезаться. А я вот пытаюсь понять, это буженина, что это? Да. Это буженина, да. А вот этот второй кусочек? Это вот называется сельтисон. Сельтисон? Да. По-американски это называется хэпчиз. Понял. Вот оно. Вот оно свершилось. Свершилось. Домашняя буженинка режется на кусочки. Я еще, друзья, хочу сказать, как истинный патриот Беларуси, да? Да, значит, Боря никогда никому не рассказывает, как он это делает, рассматривает это как государственную тайну. Или я неправильно? Ну, тайна, но... Ты спрашиваешь, что с другой стороны, с ними там никто не дарили. Да ты что?
снимаем с другой стороны. Я-то хотел показать, где побольше. Так. Опа-на. Оп. Так это еще и домашнее? Домашнее. Очень вкусное. Я кушал, я пробовал. Мы однажды, если помните, снимали на берегу океана. Там, да, и вот там тоже вот мы все пробовали. У нас друзья передают привет. Я хочу передать привет Сереже Стане из бывшего Новосибирска, а сейчас живущих в ТБ. С новым старым годом. Отлично, спасибо. А Таня у нас училась в портном компьютерском, или это другие? Это другие. А, это другие, значит... Ну, хорошо. Таня еще не училась. А также Таня в школе, тоже из бывшего Новосибирска, передать большой привет и поздравить со старым новым годом. А где живут эти ребята? Сан-Озе. Сан-Озе. Ну, хорошо, то есть приветы передаются хорошо. Так. Это похоже на зельц, действительно. Она как бы похожа на зельц. Но вот этот финкельсон, или как он там называется? Сильтисон. Вот этот сильтисон, финкельсон, он из чего? Это свиная голова. Голова? Да. Прямо... Это щековины там. Так. Ничего себе. То есть это все из свиной головы? И печень. Тоже свиная? Нет, говяжья. Печень. Да. Говяжья. Ничего себе. Да. Вот, друзья, вот там все это откладывается. Боря, а где же ты научился этому всему? Она, к ней очень тяжело приспособиться. В русских магазинах я такие видел, там машинки, они там нарезают на них тоже колбаску. Да, они сейчас продавались в всем складе, они недорогие. Почем машинка такая? 45 долларов. Друзья, за 45 долларов вы можете заменить обычный нож на необычный. Нет, тут просто... У нас была? Не помню. Чего вы, друзья, не чувствуете? Это запах, который все, значит, пространство заполняет в момент нарезания. Знаете, освобождаются какие-то элементы, которые проникают в воздух. Чесночком пахнет. Да. Вы видите, друзья, газовую плиту с четырьмя конфорками, и они покрыты вот таким пластиковым на ножках покрытием. Это стекло. И может показаться, что это что-то новинки в приготовлении пищи. Вот сейчас огонь зажжешь и сверху кастрюльку ставишь, но это не так. Света скажет. Я скажу, что бывает, что нужно поставить на плиту что-то такое, что не готовится, а просто там стоит. Например, горячий противень. Просто как место. Просто как место. И вот эти штуки, которые прикрывают конфорки, очень удобно. Это фактически удлинение каунтера. Да, как бы, да. Вот и самое главное, что это горячее устойчивое, может туда горячее ставить. Это очень удобно. А что это? На этих вот тарелочках, друзья, четыре наименования разных мяс. И эти мяса, сыр, они самодельные, домашние. Все это домашнее. Сыровяленое, вот снизу красненькое, вот это вот. Это сыровяленое. Хозяева у нас любят готовить. Как и многие из вас, друзья. Я понимаю, что есть люди, которые любят готовить. Холодец. Я представляю, что многие скажут, а зачем было уезжать в далекую Америку, чтобы вот кушать то же самое? Ой, так, друзья, нам тут хотят что-то показать. Так,
попадаем в кадр. Вот. Это вот и есть сыровяленое мяско. А вот так его можно повернуть бочком? О! Так, а это вырезка была или что? Да, это... Ну, друзья, нам нужно с Борисом какую-то передачу, типа вот там «Хозяйки на заметку», там или что-нибудь готовим, или там запасаем с нами. Вот. Но пока что у нас только Новый год. Я, друзья, хочу сказать, что мы тут провожаем или встречаем старый Новый год, и знаешь, что мы с ним делаем? Даже встречали. Это не важно. Нет повода не выпить, нет повода не собраться. И красненькое винцо, которое у нас Боря открывал, хорошо идет. Давайте вместе с вами я чокаюсь. По чуть-чуть. А вот это вот специально такие зверушка такая. Это как сережечка одевается на бокальчик, чтобы люди не перепутали там, у кого чей стаканчик. Чтобы все пили из своего. Слава богу, мы не пьем тут настолько, чтобы перепутать, допустим, чтобы я Свету с другой женщиной перепутал такого. А я колечко одену. Коварно. Ну, в общем, а вот рюмку можно перепутать, поэтому так вот. Я вот бутылочки двоих. Фужер, если правильно назвать, это, наверное, это фужер. Может показаться, друзья, что у Светы такой наряд блестючий. Вот, но в то же время может показаться, что наряд переходит в карпет вот тут. Да, но это не так, это не было нарядом. И вот эти деревья, которые... А что это? Это типа елочек или кипарисы какие-то? Да, кипарисы. Это кипарисы и забор. И все это вот в блесточках. И я вам сейчас... Томить я вас не буду. Я вам сейчас покажу, откуда эти блесточки. Вот я бы даже не знаю, мне глаза слепит. А что это за фигня? Это лазер. Лазерное что? Да, я посмотрю, я хочу да. Потом сделать так, чтобы большую поверхность. Чтобы... Так. Видишь, там тебе больше зелени. Так что, друзья, если у вас есть что осветить лазерными лучиками, вам нужна вот такая штука. Боря, а сколько стоит этот лазерный пулемет? Это $45 можно купить. Может, для того же можно 40? Друзья, за $45 вы можете иметь вот этот вот... да. Света, может, ты нам завести? Да, конечно, заведем. Знаешь что, давай в школе заведем. Давай, вот смотри, смотри, Миша, смотри, как вот, здесь. На пальме. Да. Красиво, как здесь будет. Так. На пальме. Вот этот сон, как красиво. Красивый потолок тут. Ну что, друзья, стол накрыт. А ты принес моего жирафика? И мы так можем уже на него немножко посмотреть. Я заранее извиняюсь, если кто-то сегодня не успел покушать. Это друзья, фаршмак белорусский с яблочком. Народная рецептура. Только маленький, вот, который совсем не венчики. Ну, тут на этом шоссе. Ничем особо не удивить, я думаю. Нет, они обычно 24. Рыба-фиш. И мы переходим на другую сторону стола, которая, мне кажется, является зеркальным отражением. Вот, друзья, вот этот вот либерализм, понимаете, вот эта демократия, когда каждому равный доступ к данным. Никто не ушел голодным. А вот, друзья, утка, и так она уже с яблочками, принявшими цвет этой утки, уже не поймешь, кто из них кто из них яблоко, кто из них птица. Да, вкусно, пахнет хорошо. Ну и, конечно, друзья, без картошечки, с укропчиком, ну какая жизнь, я так стараюсь сбоку, чтоб мне... Пар не попал на объектив. Картошечка есть, рыбка там. Ну, это, друзья, очень, и я вам рекомендую этот хрен вот при случае. Да. Хрен шикарный. Да, хрен шикарный. Вот как, Гал, как у нас это? Утка великолепная. Пахнет, называется... Правда?
Называется утка великолепная. Вот. Да. С ножками, с яблочками такими зажаренными. Посмотри, какой чернослив, как мы его раскладывали. Да, да, а? Очень. И очень хорошо получилось. Да. Это вы, друзья, видите в чайнике заварку. Ну, можно сказать, чай такой. Он в виде шарика. Наверное, многие из вас видели, так на всякий случай просто рассказываю. Вот, шарик бросаешь, кипяточком заливаешь, а он потом так вот распускается с такой, видит цветочек. Давайте я сейчас попробую сверху заснять, секунду. Вот это вид сверху. Оно должно всплыть, Миша, на самом деле.